также, что... Рома, ну, я согласен, напиши, что твой результат. Я пишу, что твой результат. Уже решен? Не имеет он ничего. Острая необходимость была ехать? Да. Куда? За бензинчиком. Да. То есть именно в эту минуту, именно в эту секунду, именно в этом состоянии. Я же не ожидал. Ладно, вопрос неожиданный. То, что водители в нетрезвом состоянии убивают людей на дорогах, вам известно? Я знаю. Каждый день по несколько человек, если брать масштабы России. Я знаю, да. Знаете об этом? Да. И как к этому относитесь? Я ехал аккуратненько, тихонечко. Не все так говорят. Товарищи ехали за мной, они не скажут, что я ехал на гоночках. Хорошо, как часто у вас так бывает? Позволяете себе впервые. Поездки такие? Впервые. Впервые? Да. Ответственность? Можно камеру брать? Ну зачем ты будешь? Да зачем? Ну а как, надо же. Да. Ситуацию-то знать, ничего страшного. Ладно, вопрос другой. А ответственность-то вам известна за это? За то, что задержали, что-то было вам? Ну, сказали. Что сказали, что? Какая ответственность вам ждет? Ну, пока до суда, там. До суда. На работе как-то отразится это на вашей? Отразится. Если закроют суток на 10, на 5? Отразится. Негативно? Негативно. Отразится. То есть как бы все в минус, так ведь? Ну, наверное, да. Все-таки не стоило в таком виде отправляться в поездку. Не стоило? Ну, нет. Просто мне приятно, что вы осознаете это. Я напомню, так я это осознаю. С вами разговариваю, просто некоторые не понимают всей серьезности вопроса. То есть можно потерять и работу, так ведь? Можно. И все остальное. Все. Единственный вопрос был понять, как вы это реагируете, адекватно или неадекватно. Адекватно. Свою ошибку понимаете? Конечно. Желания нет больше кататься в таком виде? Уже нет. Нет, и не возникнет этого. На велосипеде. Я говорю, и думаю, в ближайшее время не возникнет. Так вот. Спасибо огромное. Где-то будет, да. Ну не за рулем, не пьяный. Что произошло у вас? Расскажите, пожалуйста. В прямом смысле. Ну в прямом смысле, вы сейчас сидите в патрульном автомобиле ГАИ, причина-то какая? За что вас задержали? Да не надо стесняться. Стесняться не надо, все свои. А чего стесняетесь? Ты можете сказать? Стыдно за что-то вам? 205. Мужчина? 205. Вам за что-то стыдно? Уберите, зачем? Не проживаете где? Ижевск. Проживаете в Ижевске. А сейчас куда направлялись? Ижевск. Хорошо. Стаж водительский сколько у вас? Ну, 10-15 лет больше. 34 года. 34 года ваш водительский стаж. Довольно много, да? То есть все печальные последствия, которые у нас бывают в нетрезвого состояния за рулем, вы знаете, вам известно, что и дети гибнут, к сожалению. Тогда последний вопрос. Причина какая? Какая острая необходимость была после употребления алкоголя сесть за руль? Хотел доехать до дома. Хотели доехать до дома. Тихонечко. Тихонечко доехать до дома. А расстояние-то это какое до дома? 5 километров. 5 километров. То есть воспользоваться услугами такси вы посчитали неприемлемым для вас? Нет, просто такси в этом районе сложно вызвать. Сложно вызвать, поэтому проще сесть за руль и ехать. Хорошо, если не секрет, употребили сколько сегодня? Крепкий алкоголь? Нет, не крепкий. Пиво, пол-литра пива. Пол-литра пива. А работа ваша непосредственно с управлением автомобиля связана? Нет. Не связана, то есть вы спокойно сейчас с водительским расстанетесь, оплатите штраф и будете ездить на троллейбусе в ближайшие полтора года? Да. Спасибо. Руки применяй. Я в машину сядь. Я сяду. Сядю спокойно. Считаю до трех. Раз, два, на три я применю физическую силу. Вы не толкайтесь, пожалуйста. Спасибо за понимание. Спокойно разговаривайте. Пока вы в ранге задержанного, а вы при совершении административного правонарушения. А вы при исполнении обязанности. А вот это меня очень радует, потому что, находясь при исполнении, я могу применить к вам и физическую силу, и специальные средства. Общаемся с инспектором дальше. Транспортное средство вам принадлежит? Автомобиль ваш? Проживаете в Ижевске? Нет, в Ижевске. А сейчас откуда туда добирались? Как будет? Чайка. Я понимаю, что здесь стояли, а перед этим-то ехали, куда собирались? Да. То есть вы стояли на месте, да. Вы никуда не ехали, подъехали сотрудники ГАИ, вдруг откуда ни возьмись неожиданно, так ли? Так получается, что они вам сказали? Все люди въезд. Вот теперь материалы пишут, да?
69. Неправильно ведь это? Чайка 659. Со стороны сотрудников ГАИ ведь это неправильно. Вы сидите спокойно в машине. Они вдруг откуда-то об этом узнают, что вы в машине сидите. Подходят, просят выйти. УАЗ 2110, Харитон 654. Все-таки, я думаю, вы что-то не договариваете. У Никонова посмотрите, пожалуйста, 12-12. Наверное, вы обманываете. Наверное, вы хотите, чтобы так было, как вы рассказали, но это было совсем не так. Вы спрашиваете, я отвечаю. Все правильно. Употребили сколько сегодня? Алкогольных напитков, я имею в виду, чтобы упростить задачу. То есть вы сегодня алкоголь не употребляли? Пил. Выпили. Дальше что произошло? Сидел в машине, выпила. Сидел в машине, выпила. Сотрудники ГИИ подошли и начали писать какие-то бумаги непонятные. Сидел в автомобиле, мне открыли дверь, сказали выйти из машины. Угу. Тушился. Сейчас здесь нахожусь. Конечно же, вы никуда ехать не собирались. Мы ночь планировали провести в автомобиле с вами, так ведь? Так, на данный вопрос подъезжаю, что из машины вышел, сижу здесь сейчас. Нет, я имею в виду, что ехать вы никуда не планировали, ночь пытались провести в машине, как законопослушный гражданин. Тут вдруг получился какой-то полицейский беспредел. Так получается, да? Ладно. Пусть так будет.